29 июля день рождения отметила Старостина Людмила Владимировна, первый заместитель главы района. С днем рождения! Поздравить хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека приятно вдвойне. Мы искренне желаем, чтобы у вас всегда было достаточно улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций. Эмоции, силы, смелости. Но главное, чтобы в нужную минуту у вас всегда было то, что нужно. С уважением, коллектив Верхнеуральской телерадиостудии.